Я просто встряхиваю плед. Кот, который на нем спал. Кошачья новогодняя. Снова я зароюсь под старенький плед. Сыграем в прятки, тут же закачу тебе легкий концерт. Ношу на тапки, знай, что я хочу слышать лишь голос твой. Питаться свиной колбасой, скакать за нелепой мечтой. Позови меня с собой, я приду туда, где елка. Подавлю себя мишурой, обглодаю все иголки, а блестящие шары разбросаю я по полу, а пока на кухне ты долбанется твоя елка с высоты. Дети и взрослые в декабре. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Нервный срыв все ближе, нервный срыв все ближе. А теперь об актуальных проблемах. Сраные новогодние подарки, я чисел таких не знаю, сколько мне нужно на них потратить. Я ищу кота и нервничаю как сумасшедший. Мой кот тем временем. Кто пишет, он просто листик. Я считаю лучший отзыв на мою работу. Нифига, кот подумал, что это рыба реальная. Значит, у тебя получилось очень круто. Каждый раз, когда я что-то готовлю на кухне. Извините, а какой-то фото как будто бы ужин будет или шо? Блин, я когда озвучиваю котиков, у меня бурчит живот. Потому что здесь много мемов про еду. И да, друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали! Я говорю всем, что надо делиться. Так же я. Мои штучки. Это неповторимое чувство, когда подтягиваешься после того, как весь день ничего не делал. А у вас есть свой подстакотник? Мандарины брать будешь? Вкусные, свежие, только с пола. Мы завели котенка, но кажется, что эта кошка завела себе котенка. Когда с другом нашли того дворового котика, который не убегает, когда его гладят. Да, это бывает нечасто. Когда ночью принес кота в кровать, ну он сразу убежал. А ты его перед этим полтора часа из-под дивана пытался достать. 3 часа ночи, почему ты до сих пор не спишь? Тебе через несколько часов надо вставать. Да я лег в 22 часа и все еще не могу нарадоваться тому, что лег рано спать. Это Вика, у нее всегда есть сладости. Это Палыч, поорет сначала, потом поможет. Ничего себе, а это кто такой? Саша. Саша 2 года без отпуска. О, всемогущий Саурон, там опять эти хоббиты приперлись. Под воротами Бородура стоят, кричат истошно, внутрь просятся. Ну, откройте им. Так ведь уже открывали. Уже не хотят. Все, хватит, больше никаких 5 минуток, просыпайся. У тебя есть обязанности и незаконченные дела. Я обязан только жителям пододеяльного королевства. Они ждут меня, я должен вернуться. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь фантазии? Я очень часто думаю о гигантской пицце. Нет, я имела в виду те фантазии, что погорячее. О, да, я бы разогрел сыр в микроволновке. Я с кота пример беру. Вот где смесь эгоизма, пофигизма и полного отсутствия душевных терзаний. Я когда собаку ругаю, она уши поджимает, глаза опускает, а если кота, то он еще подойдет и укусит за ногу, чтоб не орала на его величество. Буква Ю пофигу. Сохраняйте одинаковое количество лайков и комментов, иначе котик упадет. Давайте попробуем. Ставь лайк под этим роликом и пиши коммент, чтобы был баланс, а то котик упадет. Если поставил лайк, должен написать коммент. Если написал коммент, должен поставить лайк. Зайду проверю. У него завтра важный экзамен по елколазанию. Давайте пожелаем ему удачи в комментах. Как я проведу новогодние дни? Няма-няма. Что будете заказывать у нас сегодня? Принесите мне двойной депрессо, уныние и поспать. Будем поливать ненавистью, как и обычно? Да, обязательно. Счастье мое, ты скоро там соберешься. Я же не могу ждать вечно, пойду сам. Я тебе уже 2-й час объясняю, через 20 минут буду готова. Как я выгляжу сегодня? Просто прекрасно. Прекрасно как яблоко или прекрасно как пицца?
Вот это поворот. И какой вариант неверный? Это я решу, когда ты ответишь. Ну, тот, что ты ответишь, тот и будет неверным. Мисс, я собираю пожертвования для нашего детского дома. Возможно, вы желаете сделать пожертвования? Конечно, далеко не уходите, я сейчас вернусь. Вот, держите. Оказывается, в нашем диване есть место в подлокотнике. Здорово. Мы можем складывать там всякие пульты. И вкусняшки. Давай лучше оставим это место для техники. И вкусняшек. Предки сваливают на дачу, я буду один целую неделю. Квартира будет полностью в моем распоряжении. А это значит, что я могу делать все, что угодно. Некоторое время спустя. На этой вашей наружи такой дубак, что я к лету отмерзну. Шел 2021 год. Люди придумали адвент-календари для кошек. Merry Christmas, I give you my heart. Адвент-календарь – это традиционный в Европе календарь для отслеживания времени от адвента до прихода Рождества. По традиции, это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать конфета, шоколадка, а также другие подарки. Ну а теперь есть и для домашних любимцев, они себя всегда хорошо ведут, не правда ли? В каждом окошке лакомство или игрушка. Прикольная темка, котики одобряют. Я решил быть серьезным. Мой мозг. Кот пьет яйцевую воду. Когда говорил, что у тебя пушистая кость, но стрижка расставила все по местам. Пап, ты выигрываешь? Google. Да, выигрывает. Раз, два, три. Елочка, гори. Два типа домашних психотерапевтов. Что случилось? Чем я могу тебе помочь? Мне тебя так жалко. Не смеши, хватит ныть, дай пожрать и иди работай. Дорогой, забыла сказать, тебя вызывают в школу, наш сын опять разбил окно. Сколько же в этой школе окон, черт возьми? Будешь шкодить, куплю собаку. То есть ты думаешь, с собакой мы будем читать книжки? Верно подмечено, котик. Психолог, следите за своими личными границами, не позволяйте другим нарушать их. Тем временем у меня дома. Дорогая, что тебе подарить на Новый год? Ой, милый, даже не знаю. Окей, даю тебе еще год на размышления. Ах ты ж. Британские ученые выяснили, что домашние кошки – психопаты. Эксперты представили опрос, в котором приняли участие 549 кошатников. Они описали своих любимцев, ответив на 46 вопросов анкеты. В анкете, например, были такие утверждения. «Моя кошка громко мяукает или воет без видимой причины». «Моя кошка без причины бегает по дому». «И кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения». В результате выяснилось, что наличие у кошек смелости и расторможенности, а также отсутствие у них сочувствия и раскаяния в совокупности с недружелюбным отношением к окружающим, свидетельствует о наличии у домашних кошек и котов признаков психопатии. Да не, бред какой-то. У всех котиков такие характеры, мне кажется. Они бегают без причины, мяукают без причины. Ну, это нам кажется, что без причины. На самом деле эта причина есть. Они хотят пожрать, повеселиться, поспать, поиграть. Ученые. Ужин нужно завершать с легким чувством голода. Мой кот. Сожрать все в этом доме. А у тебя бывает когда-нибудь ощущение, что тебя все бесит? А у тебя бывает когда-нибудь другое ощущение? Ну, справедливо. Есть такие места, куда хочется возвращаться. Снова, снова и снова. И это холодильник, а еще кровать, а еще компик. Да и вообще дом. Сынок, сходи в магазин. А волшебное слово? Интернет отключу. Уже бегу. Сколько котов вы видите? Ну, я сначала увидел, конечно, одного, но потом увидел второго. А может, там есть еще? Самое трудное в ничего не делании, что нельзя все бросить и пойти отдохнуть. Нифига у него пушистый хвост. Это мейн-кун, да? Крутой. Когда остался с котом дома на долгое время? Мой кот. Тут занято, тут тоже, и тут. Ради бога, уйди из моего дома. Когда смотришь романтичный фильм, но уже не веришь в любовь? Столкни ее. Когда искала в интернете признаки токсичных отношений, чтобы убедиться, что твой парень абьюзер, но оказалось, что абьюзер это ты, арбузер. Это что за приколы такие?
Это Атчум, кот из Канады, который выглядит как чокнутый профессор. Ты ли это? Говорит Док Браун. Ну да, похож немного. Когда ты спрашиваешь ее, что не так, и она отвечает «ничего», а потом весь день смотрит на тебя вот так. Шопинг удался. Когда без настроения, пришел на праздник. Но это потому, что тебе там ничего не подарят хорошего или их вкусно не покормят. Вот обычно детские утренники у меня в школе так проходили. Вы вообще видели, сколько там жратвы? Нам надо туда. Сегодня нашему коту делали операцию. Пока он отходил от наркоза, он смотрел видео с пиццами на Ютубе. Походу тут опечатка, потому что написано видео с пиццами, а на самом деле видео с птицами. Киберпанк 2077. Когда-то у меня все шло по плану, но план испугался, что все шло по нему, и я убрал все с плана. После чего все пошло не по плану. Что за странная рука? Не смейтесь, я потерял руку в катастрофе. Шуточки мы такие, конечно, не одобряем, но слово «катастрофа» звучит прикольно. Когда она говорит, что не голодна, но может попробует у меня кусочек. И съедает всю миску. Как я сплю, зная, что еда такая вкусненькая, и завтра я съем ее столько, сколько смогу. Когда заводил кота, вырос шар с глазами. Купил тапки, которые кот не испортит. По-твоему, это смешно? Ну да, а почему не испортит? Тапки есть тапки. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Приходите в субботу на премьеру лучших приколов с котами. До Нового года такие премьеры выходят каждую субботу в 14:00. А также приобретайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир», и которая доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.